Глава Подмосковья Андрей Воробьев в Доме правительства принял участие в торжестве, посвященном Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В своем блоге в социальной сети губернатор отметил, 20 марта страна отмечает День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ. В преддверии праздника вручил награды лучшим в своей профессии работникам отрасли. Каждый из этих людей ежедневно вносит большой вклад в наше общее дело. С 17 марта в городе Видное состоялось расширенное заседание районной межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета всех уровней, которое провел глава района Олег Хромов. Комиссия с приглашением должников юридических лиц рассмотрела вопросы задолженности по арендной плате в местный бюджет, земельного и имущественных налогов, налогов на доходы физических лиц, убыточности организаций, уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 16 марта в помещении музея города Ленинский состоялся отчет администрации городского поселения перед жителями. До начала мероприятия в фойе музея специалисты коммунальных и социальных служб провели прием граждан. Отчет администрации городского поселения в городе Ленинский продолжился, ставший уже традиционной встречей с жителями, в ходе которой можно было задать напрямую вопросы не только администрации поселения, но и главе Ленинского муниципального района Олегу Хромову, принявшему участие в собрании. 16 марта в России появился реестр туристических агентств. В правительстве Московской области прошло рабочее совещание по вопросам формирования и предоставления отчетности в сфере туристской деятельности муниципальных образований Московской области. Добавим, что поручение о создании единого перечня турагентств дал Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию внутреннего туризма. По новому закону с 1 января следующего года туристические компании должны регистрироваться в реестре, пока же он существует на добровольных началах.